Приветствую всех! Сегодня мы посмотрим вот этот интересный плагин. Очень долго я собирался сделать на него обзор, да и вообще его скачать. В общем, скачал. Это, как говорят, полноценная версия. Работать она будет где-то 30 дней, что ли. Так, я в нем первый раз буду лазить. Поэтому будем смотреть. Довольно не быстро меняется пресет. Итак, отлично. Звук есть. Все работает. Почему Reaper? Отвечу второй раз на этот вопрос. Потому что идет запись, очень много процессов. Здесь сложно смикшировать все это дело так, чтобы это было без задержки. То есть у меня здесь аналоговый пульт стоит. В общем, дофига оборудования для того, чтобы сделать это более-менее адекватно. Очень прикольно, да? Так, примеру. А, ну здесь у нас еще куча пресетов. Давайте сравним название. Да. Ну вот они идут по порядку. Ну давайте попробуем такой. Это жесть. Очень интересный хорус. Посмотрим следующий плагин. Прям вообще. Так, давайте какой-нибудь другой пресет посмотрим. Да, это работает, это интересно. Вот какая-то. Да, тюань.
нравится вот это, как будто гитара расстраивается, вот эта модуляция. Ну, такие в чем-то Space Reverb. Так себе удовольствие, я вам скажу. Как-то с этим надо, наверное, покопаться. Ничего такого. Что это? Так. Вот эквалайзер с какими-то штуками. Не знаю, как с этим работать. Может, какой-нибудь пресс где-то? Нет? Ладно. Это мы смотрели. О, это по-любому какая-то крутая вещь. Это очень интересно, я вам скажу. Так, давайте. Ну, в принципе, все с ним ясно, что это крутой реверб с крутыми пресетами, в которых просто полистать и найти то, что подходит для вашей композиции. Так, реверб посмотрели. Давайте вот эту канитель посмотрим. Странная штука. Где тут пресеты полистать? Сайчин, шмайнин. Блин. Вот как даже, да? Странная штука. Ну да ладно. Ну, тут все понятно, по-моему. Thank you.
Так, ну нам бы, наверное, сюда хотелось. Динамика у него есть. В общем, местный гитарный преамп. Так. Своеобразная вещь, да? Так. Есть контакт. Так, я понимаю, вот эту тему надо закрыть. А вот эту VSTi открыть. Можно долго баловаться. Давайте посмотрим какой-нибудь другой. Здесь я... Смотрите, какая тема интересная. Динамика. Я от правого нижнего угла иду к левому верхнему. И... мышкой вот так. И звук становится громче. Так, так. Давайте вот это попробуем. Машина.
Такое из 90-х. Так. Ну. Винтажненько, да? О! И посмотрите в левый нижний угол, здесь уже начинает страдать ЦПУ. А задержка стоит 32. Не самый тяжелый синтезатор, я тебе скажу. Не самый тяжелый синтезатор. Как-то по-другому аккорд берется. Странно. Не то, что я нажимаю. Имеет право быть, да? О! Так. Вау, это впечатляет сразу. А он весь такой получается. Имеет место быть. Интересно, обязательно я поколупаюсь с ним. Опять что-то типа того. Такое. Что-то. Муха, которую хочется пришлепнуть. О! Всякие эффектики. Ай-ай. Да.
Не будем играть точно, чтобы нас там не банил робот Ютуба. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. А. Гитара типа. Как когда-то, я помню, работал на синтезаторе Yamaha 630. Вот что-то такое похоже. Бас. Это интересно. Up. А, ну вот это, да. О-о-о. Такой натыкал случаем, да? Итак, значит, вот такую интересную штуку мы сегодня прошуршали. Конечно, отметить могу там всякие эхо-дела, хорусы. Стоит ли он своих денег решать нам, кому он нужен, кому не нужен. Всем отличного саунда и до скорых видео.